Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Может показаться, что я иду по обычной тропинке, которая завалена мусором. К сожалению, таких у нас в городе предостаточно. Но на самом деле я нахожусь возле водоема Кротовское озеро. Мусор со всех сторон, что тут, что там. Мусора здесь и вправду, как говорится, завались. Конечно, его можно собрать и вывести, но на 100% проблему это не решит. Ведь рядом находится контейнерная площадка, с которой как раз и надувает весь этот мусор. А значит, мелочь эта стоит не на своем месте. На прошлой неделе мы показывали вам работу по расчистке тротуара по улице Мехринцева. Напомню, что раньше ходить здесь было невозможно, ветки мешали. И так, как видите, работы закончены. Работу сделали, все равно нужно следить. Полностью согласен, за тротуаром нужно следить. И если здесь будет лежать мусор, то люди по-прежнему будут ходить по проезжей части. Но радует, что мелочь-то наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Продолжим тему веток и обрезки деревьев. Сейчас мы с вами находимся на улице Бачурина. И у меня складывается ощущение, что ствол этого спиленного дерева лежит здесь очень давно. Года два лежит. Находимся все на той же улице Бачурина, вот только чуть ниже. И как видите, здесь также лежат ветки от спиленных деревьев. А теперь объясню, чем это чревато. Именно по этой улице ездят туристы, когда едут с вокзала в город или наоборот, из города в ледяную пещеру. И мелочь эта совсем не украшает наш Кунгур. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «ГАЗ. Детали машин». Телефон 3-12-11. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – охранное агентство «Сфера МИГ». Мастерство и компетентность.